Лиза, я вспомнила. Что такое? Я говорила ему про Фаберже. Фиона тут ни при чем. Спокойно, сейчас все узнаем. А вот и он. Ну, надо же. Господин владелец немецкой галереи, что ж вы так по-английски ушли? Дуня, как хорошо, что ты здесь. А где наша современная подделка под Фаберже? Дуня, мне с тобой надо поговорить. Нам не о чем разговаривать. Верни то, что украл, и проваливай. Да послушай ты, я… Ты? Да ты знаешь, кто ты. Я даже слова такого не знаю. Ты врал все. Ты специально ко мне подъехал. Дуня, вы такая искренняя. Винтаж, эпатаж. Дурочку нашел, да? Дуня, я тебе сейчас все объясню. Что ты мне объяснишь? Что тебе не я была нужна, а яйца эти проклятые? Ну да, они мне были нужны. Но я не вор, Дуня, понимаешь? Я… Как бы тебе сказать? Я продаю предметы искусства, раритеты всякие, и не всегда подлинные. Предложил Фионе купить одну коллекцию, а там не все было настоящее. Вот она и прижала меня. Так, ладно. Все понятно. Ты яйца Фионе отдал? Нет. Не смог. Вот. Возьми. Они же твои. Настоящие. Подлинный Фаберже. Уж поверь мне, я в этом разбираюсь. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Знаю. Счастливо. Дуня, прости. Я же не знал, что это будешь ты. Что ты такая окажешься. Мы еще увидимся? Нет. Я с аферистами не общаюсь. Забирайте вашего Фаберже. Ты их нашла. Спасибо. После выставки я… Да бросьте вы! Мы все знаем. И этот спектакль с Феликсом – это подло. Вы что думали, я так не отдам? Да, я думала, ты не отдашь. Да, Фиона Ксаверьевна, вы своего добились. Два человека погибли, вы сами пострадали. Кто еще знал, что коллекция неподдельная? Вера. А где сейчас Вера Федоровна? Максимыч, а ты уверен, что ящик не идет? Да должен. Вроде ребят были первые. Ага. Ну что, готово? Давай, закрывай. Взял? Спускайся, мы закончим. А чё все не забрали? А потому что мы благородные, понял? Мы же не грабители какие-нибудь. Взяли ровно столько, сколько ты нам должен. Так, теперь формальности. Подпиши здесь и здесь. Ну чё, сыграем по маленькой на то, что осталось, а? Наигрался. Выключи. Верочка, тебе покушать надо. Я тебе бульончик приготовила. Не хочу. Выключи свет. Вера, не глупи. Ты так ноги протянешь.
а вообще тебе в больницу надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к Вере Федоровне. Она нездорова. Да, мы знаем. Я Фиона Клири, эти господа со мной. Угу. Мы ненадолго. Угу. Верочка, боже мой, дорогая моя. Вы бы уговорили ее в больницу. Верочка, Верочка, это я. Ты меня слышишь? Я отойду минут на 10. Детей покормлю. Верочка, пожалуйста, расскажи нам. Я тебе все расскажу. Мне теперь скрывать нечего. Ой, блеснула. Вера Федоровна, так это вы нас по голове ударили? Ты думаешь, я боюсь тебя? А ни черта не боюсь. Я тебя ненавижу. И всегда ненавидела. Вера! А уж как Сашенька тебя ненавидела. Тебя никто не любит. Даже сын. Да, это я огрела тебя по башке. И не жалею об этом ни капельки. Я ведь думала, украду у тебя эти яйца, продам, и все в нашей жизни переменится. Перестанешь ты нами помыкать. А когда узнала, что Саша убить тебя хочет... Верочка, побойся Бога. Да она сама мне созналась. Такая нервная была. Последнее время все сердилось. То кричит без повода, то молчит целый день. Я уж грешным делом подумала, может, наркотики. Тумбочку перерыла, нашла порошочек. Лизнула, гадость такая, как у зубного врача. Мышьяк. Плохо мне потом было. Тошнило. Так ведь Сашу мышьяком же и отравили. А как Сашенька сказала, уберу, мол, ее. Тебя, значит. Ну, я и решилась. Я ведь тогда в бокальчик все до крупиночки засыпала. Чтобы уж наверняка. Помнишь, ты из больницы убежала, чтобы Армана своего получить. И красавчик этот, жулик с вином, пришел. Я знала, что Саша все равно тебя убьет. Ну и взяла грех на душу. Хватит с нее. Она бокальчики перепутала. Как же я не доглядела-то? Ну как? Как? Мне жалко тебя, Вера. Но помочь я тебе уже не смогу. Вера Федоровна, а Саша знала, что Фаберже настоящий? Я боялась ей говорить. Она так хотела разбогатеть. Любой ценой. Свету Крюкову нашли мертвую у меня на даче. Вы знаете, да? Как она там оказалась?
Откуда я знаю? Какое мне дело до вашей Светы? Мне все равно. Мама, ты очень кстати, возьми ключи, я уезжаю. Нам надо поговорить. Мы уже обо всем поговорили. Значит, не обо всем. Ну что, будем на пороге стоять? Что ты делал у них на даче? Отвечай. Ничего. Вадим, вы должны все рассказать. Ничего я вам не должен. Погибли две женщины. Вам не чужие. Мы знаем, что вы были в доме у Лизы. Что вы там делали? Фаберже искал. Сашка подслушала, как мама с Верой Федоровной об этом говорили. Сашка сказала, что надо сделать ключи от дачи. Я у Дуньки стащил, сделал. И отправил туда Свету. Да никого я не отправлял! Она, дурочка, помочь мне решила. Ключи у меня стащила и сама поехала. Я не знал ничего. И кто ее отравил, Александра? Думаю, да. Она пришла и нашла Светкину сережку. Поняла, что Светка у меня и что Светка все слышала. Ну, про коллекцию эту. И она знала, что я жениться на Светке собирался. Сказала, только попробуй, убью. И убила. А потом сама. Александра меня убить собиралась. И Вера. Хотела меня, а убила собственную дочь. По ошибке. Скажи мне, что ты про это не знал. Ну, скажи, сынок. Иначе я не знаю, как мне жить дальше. Я не знал, мам. Какой же ты дурак, Вадим. Господа, оставьте нас одних, пожалуйста. Хотела как лучше. Я думала, если у нас будут деньги, ты сможешь спокойно работать. Я бы купила особняк для галереи. А где мальтийская коллекция? Я ее продал. Да как ты мог? Значит, у тебя все-таки были долги. Почему ты мне не сказал? Я уезжаю, мам. Совсем. Куда? К друзьям, мам. К Славке с Никитой. Буду с ними работать. Ты с ума сошел? Ты пропадешь, там погибнешь. Это я здесь погибну. А что же мне делать? Что ты раньше делала? Да я же для тебя старалась. А мне этого не нужно. Thank you.
Все-таки я не понимаю, зачем тебе Макс? Ну, я хочу поговорить с ним о своих делах. Может, что-нибудь посоветует? Ну, в общем, он, конечно, профессионал. Ну вот. Максим Федорович, здравствуйте. Ничего, что побеспокоим? Дмитрий Константинович, Лиза, приветствую вас. Проходите, садитесь. Макс, мы хотели тут посоветоваться. Как говорят англичане, я весь уши. Я слушаю вас. Ты что, нездоров? Да, гриппую. Так что держитесь от меня подальше. А зачем тогда на работу вышел? Отлежался бы. Я уже 2 дня отлеживался. Ты же знаешь, я незаменим. Я вас слушаю. Максим Федорович, на меня уже 2 раза покушались. Прискорбно. Вы по поводу охраны? Не совсем. Я все пытаюсь выяснить, кто за этим стоит. Ага. А что же наши доблестные органы предлагают играть в игру «Сделай сам»? Ну, почему же? У них есть свои версии, они их добросовестно отрабатывают. Угу. И что говорят? Пока ничего. Но у меня есть своя версия. Поскольку одна, мне легче. Оба раза, когда на меня покушались, Лиза была рядом со мной. Вы сильно рискуете. Я знаю, но так складывались обстоятельства. Так вот, оба раза киллер отступал. Хотя у него была прекрасная возможность устранить и меня, и Лизу как свидетеля. И я пришел к заключению, что этот человек хорошо знает нас обоих. И очень боится навредить Лизе. Вот как вы думаете, кто это может быть? А вы не хотите узнать, кто убил президента Кеннеди, Дмитрий Константинович? Вы меня извините, но вы завязываете со своим доморощенным расследованием. Пусть этим занимаются те, кому это положено. Вы понимаете, что вы подвергаете опасности не только себя, но и Лизу? Солнышко, ты же умная женщина. А я думал, вы хоть чем-то сможете мне помочь. Да поймите, это не мой уровень. Единственное, чем могу помочь, организовать вам охрану. У меня есть кое-какие улики. Кровь киллера. Он убегал через окно и порезался. Ведь кровь – это улика? Безусловно. И гильзы, опять же. Хотя, наверное, вы правы. Не стоит мне самому. Просто не хочется лишнего шума вокруг собственной персоны. Да, я занят, я перезвоню. Да, извините. Это вы нас извините. Мы вас от дел отвлекаем. Пойдем, Лиза. Выздоравливай, Макс. Я думаю о том, что Макс абсолютно прав. Да, прав. Я не должен тобой рисковать. Я не об этом. Я о том, что это действительно доморощенное расследование. Он, конечно, я имею в виду Макса, сегодня не в лучшей форме, потому что болен. А он не болен, он ранен. Что? Ранен. Поэтому 2 дня у нас было тихо. Лиза, это был Макс. Нет, нет, этого не может быть. Ты ошибся. Может. Как странно, сел за твой стол и сразу хочется руководить. Я не ошибся, Лиза. Нет. Ну зачем ему тебя убивать? Ну что ты ему сделал? Ему? Ничего. Он не заказчик. Он исполнитель. А кто заказчик? Да нет, ну это… Это чушь. Ты помнишь, ему позвонили? Ну и что? На определителе телефона я увидел циферки. Это номер моего домашнего телефона. Какой номер? А, твой старый номер.
Странно. Кто это мог позвонить? Милка. А Елизавета Юрьевна у себя? А я к ней пришел. А я думала, ты ко мне. Ну, к тебе-то я на крыльях любви, а к ней по делу. Я еду к Борису. Я с тобой. Нет. Сегодня в любом случае ты ночуешь у Дуни. А ты? А я у Бориса. Я позвоню тебе вечером. Елизавета Юрьевна, к вам Леша Горский. Пусть зайдет. Пока. Что у тебя? Я деньги принес. Отдай Марусе. Она сейчас временно вместо Светы. Надо все оформить, как положено. Хорошо. Лиз, прости меня, а? Ну, я осознал, прости. На тебя что, дело завели? Нет, а что, должны были? Ну да, дядька из прокуратуры говорил. Ничего, я выкручусь. Ты не думай, я не из-за этого. А я и не думаю. Дурак ты, Леша. Ты ведь и правда был у меня самым лучшим сотрудником. Ну так возьми меня обратно. Нет. Я подумаю. Надо было предупредить Валерию Андреевну. Зачем? Все-таки разговор серьезный и документы серьезные. Да уж куда серьезнее. Дима? Здравствуй, Дима. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Валерия Андреевна. Извините, что без звонка. Да ничего страшного, заходите. Проходите. Присаживайтесь. Кофе? Лера, Борис подготовил документы на развод. Я хочу, чтобы ты их посмотрела. Я их уже подписал. Это срочно? У тебя будет время. Я думаю, все можно обсудить сейчас. Боря. Подожди меня в машине. Я выйду через 5 минут. Пожалуйста. Хорошо. Я так полагаю, что эта женщина, кажется, Лиза. Скоро займет мое место? Прости, но это тебя не касается. Да, ты прав. Извини, что спросила. А больше ты ни о чем спросить не хочешь? Ну, например, про траст. Мне казалось, что теперь меня это тоже не касается. Не лги. Это касается нас обоих. Доверенность заканчивается, я не собирался делать новую. А я не рассчитывала. Я сделал генеральную доверенность. Теперь траст твой. Можешь делать с ним все, что хочешь. Дим, я... Зачем ты связалась с Громовым? Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо ты влезла? Неужели ты думаешь, что он не потащит тебя за собой? Лера, я понимаю, что я перед тобой виноват. Но, пожалуйста, не делай этого, хотя бы ради памяти отца. Я не за свою жизнь боюсь, за твою. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
Ты себе даже представить не можешь, как там страшно. Как все прошло? Нормально. Валерия Андреевна хотя бы оценила твое благородство? Не знаю. Я с ней обсуждал тот факт, что это она заказала мое убийство. Что? Зачем ей надо это? Не знаю. Недвижимость, оставшиеся деньги, траст. А может, потому что она считает, что я ей сломал жизнь. Но она же не сама стреляла. Ты что, узнал, кто исполнитель? Узнал. Макс Громов, начальник службы безопасности того центра, где Лиза арендует офис. Помнишь, он тогда приезжал? Я думаю, что он Лерин любовник. А он знает, что ты на Леру больше не претендуешь? Хороший вопрос. Надо будет у него спросить. Не вздумай. Если ты так уверен, надо ехать в прокуратуру. Нет, он сдаст Леру, а я не хочу, чтобы ее посадили. Он же мог тебя прямо там грохнуть. Нет, он знал, что ты ждешь меня в машине. Хоть в чем-то я тебе пригодился. Ну, что ты собираешься делать? Не знаю, Борис. Для начала отвезу тебя домой, а там посмотрим. Давай, давай, жалей своего муженька. Какие же вы бабы дуры-то, а? Я сказала, не смей его трогать. Да пойми, у нас под ногами асфальт плавится. Ты хочешь, чтобы он нас ментам сдал? Меня он никогда не сдаст. Хорошая ты баба, Лерка. Мозги бы тебе еще. Ты думаешь, он будет спокойно сидеть и смотреть, как мы с тобой поживаем и добра наживаем, да? Да пойми, у него кровь моя есть. А это прямая улика, а я на нары не собираюсь. Ты сделаешь все так, как я тебе говорю. Ты мне обязан всем. Не забывай, кто тебя вытащил из твоего вонючего сыскного агентства. На чьи деньги ты все это время жил? Спасибо тебе, барыня! А ты знаешь, как я в это агентство попал? Я, без пяти минут полковник ФСБ, по одному только звонку твоего Димы полетел к чертям собачьим. Да, да, да. Мы копали под его зама, а он приказал все на тормозах спустить. И меня пинком, и отдел ликвидировали. Ах, вот как. Но он же даже не знал тебя. А что это меняет? Для таких, как Белоключевский, люди не люди. Мусор. Средство для достижения цели. Ну-ну, продолжай, продолжай. Удачно женился, удачно тестя раскрутил, деньги лопатами греб, под трупом шагал. Ни одной бабы не пропустил. А кто мне плакался? Он меня не любит. Он меня изменяет. Я для него ничего не значу. Забыла? Какая же ты скотина, Макс. Ты же не любил меня никогда. Ты же все это время ему мстил, ему рога наставлял. А сейчас решил еще и деньги забрать? Да, золотко мое. Потому что такие гады меня бесят. И их надо наказывать. Тронешь его, я тебя сама сдам. Понял? Ну хорошо. Я выхожу из игры. Но учти, ты об этом пожалеешь. Ты домой собираешься? Я звонка от Лиски жду. Дунь, я тебе друг? Друг. Ну тогда скажи мне как другу. Ты чего такая смурная весь день? Да так, спать хочу. Ну езжай домой. Сейчас звонка дождусь. Дунечка, я бы посидел с тобой за компанию, но у меня... Я не один. Меня девушка ждет. Ну чего так-то расселся? Иди. Ларик. Ну, сейчас. Видела? С родителями иду знакомиться. Поздравляю. Чтоб не сглазить. Но я побежал.
Есть кто живой? Ты зачем сюда пришел? Я же сказала, что не хочу тебя видеть. Дуня, послушай. И слушать тоже не хочу. Ну что ты хочешь? Чтобы я бросил все. Я к легким деньгам привык. В конце концов, я ведь не бедняков граблю. Убирайся отсюда. Робин Гуд липовый. Дуня. Что? Ну, давай я брошу. Я подумал, я мог бы. Ради тебя. Я ведь классный специалист. Найду чем заняться. Бросай. Только не ради меня. Почему? Потому что я больше никогда не смогу тебе поверить. Каждый раз, когда ты мне будешь что-нибудь говорить, я буду думать, что ты врешь. Приветствую трудовой энтузиазм, но не до такой степени. У вас же семейные обстоятельства. Или вы с ними уже разобрались? Почти. Быстро. Евдокия, что-то не так? Не так. Рассказать не хотите? Нет. Поплакать хотите? Да. Плачете? Если он стоит ваших слез. Он на перформанс. А его там все как своего. А он ни с какой, ни с галереи. Все врал. А потом украл яйца. А меня из-за этих яиц. И Фион тоже по башке. И Сашка тоже из-за этих яиц. Она Светку отравила. А Диму вообще хотят убить. Так. Давайте все сначала. Какие яйца и кого хотят убить. Привет, Большая Медведица. Как дела? Я заехала за Дунькой. Поедем к ней. А ты где? А я у Бориса. Сидим тут, обсуждаем положение вещей. Ты что, на даче? Да нет же, я говорю, я у Бориса. Врешь. Я слышу кукушку, которая у тебя в гостиной. А у Бориса такая же. Лиз, ну не придумывай. Я тебе завтра позвоню. Пока. Сейчас как... Он на даче. Он врет, там кукушка. Лиз, ты чего? Какая кукушка? Он там Макса ждет. У Бориса не может быть кукушки. Я только сейчас поняла. Дима с ним встретился, чтобы прямо ему сказать. Я знаю, что киллер — это ты.
Барышня, это у вас семейное? Обрывками говорить. Ну-ка, давайте все сначала и по порядку. Хочет, чтобы его жену посадили. Он не может вызвать милицию, понимаете? А раз он не может, и я не буду. Но это ж глупо. Он вам живой нужен. Нет, не глупо. Он раньше думал, что этот человек со мной как-то связан. И боялся за меня. А теперь за Леру. Тихо! 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 Выходи! Оно у меня! Выходи! Бросай пушку на землю! К ногам, быстро! Дима, не слушай его, стреляй! Бросай, ты знаешь, мне терять нечего. Пошел к нему! Быстро! Назад машину! Ты ранен? Не знаю. Что-то
обожгло, царапнуло. Это твой, я подобрала. Но я скажу, что это я стреляла. Лиза, прости, этого не хотел. А ты скажи ей спасибо. Ты жив только благодаря ей. Всем стоять! Оружие всем на землю! Стоять! Не двигаться! Нет, все. Он один был? Один. Тетя Люба нам позвонила. Говорит, у Лискиного хахеля во дворе бой идет. Дима, Господи. Я должен был догадаться. Я Мы знаем, знаем. Вы адвокат господина Белоключевского. Что же вы, Дмитрий Константинович? Говорили, сами справитесь. А народу-то вон сколько. Я не хотел. Я хотел один. Да. Вы, видать, один не останетесь. С днем рождения, дорогая Лиза, тебя! Ура! Шампанское любишь? Естественно. Дорогая Лиза, в этот торжественный день, за этим великолепным столом, за которым ты сидела, когда еще... Пешком под стол ходила? Да. Так вот. С днем рождения тебя, родная. Ура! Ура! Ha ha ha!
Смотри, какая большая медведица. Богиня охоты Артемида превратила дочь царя Лиокоона Калиста в медведицу, а потом убила ее. И тогда Зевс превратил Калиста в созвездие Большой Медведицы. Это созвездие находится на расстоянии 44 световых лет от Солнца. Это далеко? Очень. Правда, там нашли систему планет, очень похожую на Солнце.